призвать к ответу и дать объективную оценку проделанной работе. У стен правительства Севастополя продолжают собираться граждане с плакатами. Люди недовольны, что на своих должностях остаются те, кто активно препятствовал реконструкции Матросского бульвара и, по их мнению, наживался на ней. Таким, по словам пикетирующих, является директор государственного бюджетного учреждения «Парки и скверы» Александр Федяков. Вор, он украл миллион, когда на нашем любимом Матросском бульваре шла реконструкция, а он убирал, подметал, вывозил мусор. И при проверке ревизионной комиссии Сергеем Елизаровым это все обнаружилось. И он вернул эти деньги. Ну, это же стопроцентное доказательство, что он вор. Вор должен сидеть за решеткой. Недовольны севастопольцы и работой начальника управления охраны объектов культурного наследия правительства Севастополя Михаила Рязанцева. По их мнению, вместо того, чтобы бороться за сохранение истории Севастополя, этот чиновник занимается откровенным вредительством и абсолютно не справляется с возложенными на него полномочиями. Напомним, недавно выяснилось, Рязанцев исключил из списка объектов культурного наследия архитектурный ансамбль Севастопольского центрального кольца.